Мои любимые, смотрите на мою рожу. Вот я сегодня точно рожа. Вот даже не заметила, как 2 часа уже дня. Как 2 часа уже дня. Целый день я, честное слово, тряпку не выкинула с рук. Я еще кровать не сделала, если что. Настолько все засрато. Я вообще, вы говорите, ой, ты такая, ты сякая. Ничего я не успеваю, девчонки, свинья я хорошая. Везде, короче, куда ни зайдешь, везде срачили. Куда ни посмотришь, везде. Везде полки убирала, это мыло, то мыло. Ой, короче, девчонки, сейчас стояла, думала. Вот сперва стала, думаю, за что взяться. За что взяться, потому что везде все сосрато. Окна в таком состоянии, это просто обалдеть. Окна в таком состоянии, вот окно помыло. Это окно помыло. Ой, девчонки. Вот я с этой жидкостью не стала ничего. Окно помыла, короче, там прибрала, тут прибрала. Короче, по кусочку везде, да. Вот что не тронешь, все пыльно. Что не тронешь. Здесь я вообще какой был срач. Короче, эти окна помыла тоже. Эти окна помыла, то помыла, короче, пол подмыла. Ты что делала сегодня? А ну расскажи. Играла с Томасиком, еще что делала? Ничего, играется. Да только играется. Ой, девчонки, короче, здесь я, короче, столько хлама, короче, выкинула, кошмар. Сейчас хочу пропылесосить, пол помыть и тут, и там. И потом уже иду в спальню. Сейчас вот это все тоже разнесу по местам. Короче, не знаю, думаю, может быть, стол туда поставить. Потому что здесь я все время на подоконнике, они все ставят. Девчонки, этот подоконник каждый день мне надо убирать. Вот мой муж придет все на подоконник. Я не знаю, как он на подоконнике не спит, если честно сказать. Все у меня на подоконниках, все. Все у меня на подоконниках, честное слово, все. Вот мне вот это надо только, чтобы вот эти 2 тетради здесь на подоконнике были. И вот эти 2 фигурки, все. Все, больше ничего не хочу на подоконнике. Нет, девчонки, у меня там будет... И зарядка у меня там будет. Короче, все, девчонки. Вот все, что можно. Я не знаю, как они там не спят. И ручки, и зажигалки, девочки. Короче, и кисточки, и мисточки. Короче, все у нас там. Все, все. Да? Как нет? В доме, я не знаю, 500 зажигалок везде, а у него зажигалок нету потом. 500 зажигалок. Вот убираю, нахожу. Вот так. Вот и отдых. Девчонки, вот такой отдых. Понимаете? Говорю 100 раз. Вот эти ручки есть. Вот сюда ставьте. Нет, они будут по одному таскать. Когда там ручек уже не будет, будут говорить, ручку не видела? Короче, наверное, у всех вот так. Сейчас мне надо постельное белье хочу поменять, поэтому не сделала кровать. Кровать не сделала, хотела постельное белье поменять, девчонки. Ой, а там какой срач. Везде, короче, девочки, везде. Не успеваю я ни зачем. Не успеваю я, девчонки, не успеваю. И там хочу, и тут хочу. Идеально тоже я не стараюсь, девчонки, чтобы так все идеально прямо было, да? Но не тот чистый, который постоянно убирает, а тот, который не пачкает. А у меня так не получается. А у меня так не получается, потому что все на мне, девчонки, в доме. Все на мне. Мой муж работает, я ничего не могу сказать. Ну, девочки, я бы тоже так хотела. Пойти поработать и прийти, и все. Пойти поработать и прийти, и все. Я тоже так бы хотела. Я тоже не против. Каждый день без выходных ходить 8 часов, работать и приходить, и все. И чтобы в доме кушать было, и чтобы в доме порядок был. Я тоже не против. Я тоже так не против. Честное слово, от души я бы тоже так делала бы. Но просто вот я ему когда говорю, что ты там делаешь, Томас? Вот, Томас, что ты делаешь? Отойди оттуда. Только вредители. Везде вредители. Везде вредители. Томас, перестань. Цветы рвет. Он все равно не понимает. Замечание делаю, смотрит на меня. А потом раз отойду обратно туда, в голову. Вот. Ты же не тупой вроде бы, Томас, да? Или тоже тупой? Или тоже тупой, как я?
Тебе что, 10 раз надо говорить? Что там есть? Кисюня, перестань. Что там есть, что ты хочешь взять? А, Кисюня, и кушать у тебя есть, и вода у тебя есть, и все у тебя есть. Но почему этот мяу твой, этот постоянный, я не понимаю, это уже, Кисюня. Вот же у тебя кушать есть, вот же у тебя и вода есть. Вот я только выйду, девчонки, все, мяу перестается. Вот если рядом с ней стану, я же не могу ее целый день на руках таскать. Или мне ее целый день на руках таскать, как вы думаете? Или мне ее целый день на руках таскать? Че? Вот, все. Вот сейчас я рядом встала, девочки. Вот так все, вот посмотрите. Сейчас никакой мяу не будет. Это вообще ненормально. Все хотят моего внимания. Все хотят моего внимания. Вот сейчас она кушает. Сейчас и Томас будет у нее там убирать, кушать. Жарко у нас сегодня во дворе тоже. Вот так, короче, замотивировала я себя с уборкой, короче, 8 часов встала. Сейчас у нас 2 часа дня, до сих пор тряпку не убрала. И только кухню, другую кухню, короче, 2 кухни сделала. Ну, вот это старую кухню, короче, новую кухню. А сейчас мне еще надо раздевалку провести порядок. Хочу все вытащить, все, что зимнее убрать, там висит и висит, висит и висит. Мой муж 9 часов придет. Сказал, Андрей, приду за ребенком. Посмотрим, придет, не придет. Надо абрикосы собрать. Надо абрикосы собрать. Я уже собрала чуть-чуть. Надо абрикосы собрать. Ой, уже мало осталось на дереве. Уже все почти на полу, девочки. Надо абрикосики собрать. Сейчас приду, соберу абрикосы. Вот знаете, у меня как? Вот вышла на улицу, да? Вот дома сижу, что-то там это делаю, то делаю, это делаю, то делаю. Потом выхожу на улицу, начинаю здесь. Да, сегодня вечером полью. Сегодня вечером полью. Зеленюшка. Мой укроп. Как я люблю, девочки, зелень. А мои не любят. Это кинза. Какая она вкусная. Ее просто вот так даже кушать вкусно. Салатик сделать с помидорчиками, с огурчиками. Вот, я же отошла. Вот так, сегодня пошла курятник. Там тоже застряла, думаю, нет. Если я сейчас здесь застряну, я дома ничего не сделаю. Давай дома. Дома чуть-чуть сделаю, выйду сюда. Думаю, ай, как раскидана обувь. Соберу обувь, думаю, ай, лестница в каком состоянии. Лестницу помою. Захожу домой, думаю, я же еще, короче, за все берусь и ничего не доделываю. Ничего не доделаю, сейчас проплесу все. Короче, не знаю, стол туда поставить, не поставить. Поставь, куда поставить? Туда, на место, да? Там лучше, да, чем вон там. Или вон туда поставить? Там, да? Сейчас я полы помою тоже. Вот этот мячик, Сора сказала, убери отсюда. Нет, не будет убирать. Вот так будет валяться этот мячик. Убери этот мячик, моя солнышко. Это мой мячик. Короче, все доделаю. И потом вам покажу мотивацию на уборку. Сейчас с подружкой разговаривала. И говорит, что делаешь? Я говорю, вот дело. Она говорит, ты постоянно что-то убираешь. Я говорю, да тебе так кажется. Если я постоянно что-то убирала бы, у меня вот такого срача не было бы. Короче, вот так. Мне это надо, да? Сейчас смотрю, короче, в Инстаграм зашла. И там одна мне манты отправляет. Увидела и думаю. А что, мясо есть крученое. Вытащила, разморозила. Сейчас, пока муж придет, сделаю манты. Или манты, как там правильно выражается, да? Сделаю манты. Сейчас начинаю лук только чистить, да? Вот. Лук почищу. Мяса-то у меня достаточно. Но я люблю побольше лука, чем мясо, знаете. Вы мне говорите, с тыквы. Я один раз сделала из тыквы. Вот у меня не получилось, я не знаю почему. Кто-то говорит, картошку туда мясо ставят, туда и сюда. Нет, девчонки, я только лук, перец, мясо. Короче, там, ну, вот эти, соль.
и все. А тесто, как я делаю, обычно, девчонки, вода и соль. Все. Ой, крепкий лук. Очки одела, все равно плачется. Так, сейчас я его помою. Вы мне говорите, ой, если я много поставлю лука, у меня потом... А вы его помойте. Вы его порезали, если у вас лук горький, вы его просто помойте водой. Ой, такой лук крепкий. Но я покупаю вот такой лук, он такой хороший, белый, знаете. Мой муж 9 часов пройдет. Сегодня Андрей забрал девочку. Ой, девчонки, сегодня весь день убирала, и тут только полдома убрала. О, какой лук. Подождите, окно открою. Пускай ветерок пойдет, а то... Ой, я уже плачу. Вообще, говорят, надо ножик мочить. Вау. Короче, я сейчас разрыдаюсь. Ох, какой крепкий. Чуть окно открою. Ой, уже слезы идут. Вот так. Сейчас постригу этот лук, порежу, сделаю манты. Муж сказал, 9 пройдет, значит, у меня еще часик есть. Я только делала стрим, разговаривала с вами. Спасибо вам, девчонки, за такую поддержку. Спасибо всем, кто заходит. Все, кто пишет комментарии. Я не знаю, почему вы все время думаете, что я вас не читаю. Всегда в Инстаграме мне обязательно кто-то напишет. У меня такое ощущение, что ты меня не читаешь. Почему вы так думаете, я не знаю, девочки? А что я вам отвечаю, вы не видите, да? Не знаю. Так, наверное, 1, 2, 3, 4, 5 больших этих хватает. Еще один лук. Чем больше лука, тем вкуснее, девчонки. Чем больше лука, тем вкуснее. Вообще лук должен быть там, например, я вот на 300 грамм мяса, полкилограмма лука, короче, один дум вообще должен быть. О, девчонки, моя мама делала манты вкусные из баранины. О, девочки, не могу. Ох, нарыдалась. О, сейчас помолюсь. Не знаю, как я его резать буду, потому что кошмар, нарыдалась. Ой, мамочки, нарыдалась. Так, возьму другой нож, наверное. Ножами я богатая. Смотрите, какой хороший нож. Это Сан Игнасио, короче, фирма его, да? О, блендере, если можно было бы, конечно, я бы сделала. Но в блендере это не то. Лук должен быть нарубленный. Каждая хозяйка делает, как она хочет, как она может, да? Ну вот, квадратиками вот так режу. Вы знаете, когда я к матери приехала, она сделала мне манты, а я уже не могла эти баранины. Мне такой запах казался барашки. А раньше я, когда жила в Махачкале, я этого запаха не чувствовала бараниного. Наверное, была привычка все-таки. А так... Я сказала матери, ой, мама, его же невозможно кушать, там такой запах. И мне уже они такие вкусные не казались. Не знаю почему, из-за барашки. Там одна соседка у нас была. У меня мама такая общительная была, все соседями хорошо очень дружила. Она так часто к ним в гости ходила и все. И они к ней приходили. И одна соседка пришла и говорит, ой, Аминатик, я завтра сделаю манты и тебе принесу из курицы. Я никогда не пробовала из курицы. Я попробовала. Вот, не знаю, девочки, вот почему все равно мне моя еда больше нравится, чем вот... Вот не знаю, почему. Вот это моя заловка одна. Ой, девчонки, как она хорошо готовит. Вот честное слово, вот она умеет готовить хорошо. Она такие салаты делает. Ее салаты просто наесться невозможно. Она очень хорошо готовит. Очень и очень. У нее такие соусы вкусные, все, да? Вот она вот единственная, которая я вот к ней когда бы ни пришла,
Редкий случай, конечно. Но они, знаете, девчонки, они тебя угощают, знаете как? Приглашают. Приглашают испанцы. Если тебя не пригласят, они тебе, хоть ты брат, хоть ты кто, у них такого нет. Вот ко мне сестра приходила, она уже знала, что у меня и покушает, что у меня и поужинает, что у меня все что угодно, да, вот если она захочет, и чай там, и все, да. Она говорила, давай чай попьем, давай это, давай то. А вот мой муж, мой муж, вот мы приходим в гости, да, вот да ты хоть ты умираешь, да, но будешь терпеть. Не скажешь, я кушать хочу или еще что-то. Нет, не скажешь, девочки. Там по-другому. Здесь по-другому, девочки. Они вот как-то, даже к матери, вот я иду к моей свекрови, да, и смотрите, я ее и люблю, и все, да. Но вот она может сказать там, ой, сынок, там, может, ты там кока-колу хочешь, там, или водички, что-нибудь хочешь. И мы сразу говорим, нет, конечно, потому что, ну, не хотим, да, не заставлять ее там вставать, там, или еще что-то. А так, ну, мой муж, вот единственное, что вот матери может сказать, мама, можно стакан воды взять с холодильника? Понимаете, и то можно, спрашивается, да? Ну, это, в принципе, правильно, да, вот, уже считай, что правильно. Но, ну, не знаю, на спилами для меня это было дико, как это? Я один раз, ко мне одна девчонка из Дагестана приехала, женщина из Дагестана приехала меня увидеть. И я ее к свекровь отвела, ну, познакомить, все. И она говорит, даже стакан чая нам не налила. Она так удивилась. Она говорит, какая у тебя свекровь нехорошая. Я говорю, почему? Она же даже чаю не налила. Она же ничего. А я даже забыла ее предупредить. Я говорю, он здесь, а так. Она такая, о, поэтому они такие богатые. Конечно, ни чай не нальют, ничего не сделают, говорит, никому. А у нас в Дагестане как, девчонки? Вот кто-нибудь заходит сразу. Садись, садись и сразу к столу, девочки. Сразу к столу. Даже на диване успела, потом уже со столом. Это такой редкий случай. Ну, а бывает такое, что она говорит, ой, да не-не-не, я только со стола там, я только чай пила, не хочу. Я там у кого-то была там, я уже чай пила, не хочу там туда-сюда. А вообще, это как закон. Это как закон. Хотя, не знаю, сейчас мне некоторые пишут, говорят, уже не так, уже так не угощают, уже так, знаете, уже не так, как раньше. Есть, которые люди и так говорят, не знаю. Так, ножик опять намочу. Так что раз на раз не попадается. Девчонки, вот полдома убрала и полдома осталось. Ну, завтра полдома, да, уберу. Комнаты большие, девчонки, все большое, балкон большой. Я вам сейчас покажу, я это хорошо сделала, девочки. Сейчас, подождите. Ну, короче, полы это все помыла, пыль убрала, короче, вот так. Сейчас только вот стрим делала, чай пила. Смотрите, я эти цветочки сюда поставила. Видите, как все блестит. Окна все помыла, эти. Все окна помыла, такие окна были. Этот цветок сюда поставила, отсюда убрала. Все пропылесосила, все помыла, короче. Это мои столы, девчонки, на мукбанг, который я делаю. Вот, смотрите, один стол, и вот мне муж сделал второй. Этот стол я хочу туда, на квартиру понести, что когда буду на квартире, когда буду. Отсюда вот уже все убрала. Вот это все убрала отсюда. Короче, поставила сюда. Вот так, девочки. Занималась, короче, вот этими делами. Думала, больше сделаю. Но не успеваю, девочки. Потом и кушать сделала, рыбу сделала, доченьки. Она покушала и ушла. Вот так. Я вчера мужу сказала, что-то купи мне с магазина. Он мне говорит, напиши мне на WhatsApp. Я забыла ему на WhatsApp написать. А вот сейчас, честное слово, вот не помню, что я у него попросила. Вот хоть убей, не помню. И он мне говорит, что ты хотела? Скажи мне, я сейчас, говорит, здесь, а я уже не помню, девчонки. Вот, честное слово. У меня память хорошая вроде бы, да?
А вот я просто не помню, что я сказала ему купи. Что я ему сказала купи? Там же открыто. В этом. Что-то я сказала. Да ладно, завтра сама куплю. Не вспомню. Завтра пятница. Я, девчонки, делаю всегда ролики по вечерам, да, вот по вечерам говорю, вот сегодня, да, и завтра по утрам выпускаю. Если нет, я не успеваю. 8 часов ролик, как я вам, что я мне, в 6 часов вставать ролик записывать, потом монтировать, потом это не успеваю я, девочки. Вот так. Короче, нарежу себе этот лук. Делаю мантышки. Не буду показывать, как делать манты. Что там? Вы же сами прекрасно знаете, как это делать. Просто лук режешь, побольше лука. Сейчас. Вот так я режу лук. Подождите. О, что-то я борщинула. Вот так. Вот так. Вот так режу лук. Чтобы он такой нарубленный. И вот сюда. И вот так. Знаете, секрет, я думаю, в чем вот мантов, да? Ты должна чуть-чуть, вот в первую очередь приготовить мясо и оставить его, чтобы он взял этот сок лука, вот это все, чтобы он взял. О, девчонки, поем я сегодня манты. Сделаю я сегодня мукбанг манты. Давно вот такую еду не ела, знаете. Ну, мучное, конечно, не стоит на ночь. Но у меня целый день мужа дома не было. И это виновата с Инстаграма. Не отправляйте мне в Инстаграме еду и это все, потому что потом я вот начинаю глупости делать. Разве можно обжоры отправить такие вещи? Я же обжора. Какая же я все-таки ненасытная обжора, честное слово. Надо сама на себя злюсь. Завтра на квартиру мне надо пойти, да, даже не хочу туда ходить, честное слово. Вот такое у меня все упало, так все. Даже не хочу, но должна учительница. Может быть, я с учительницей поговорю, чтобы к ней ходить, чтобы к ней моя дочка ходила. Но моя дочка говорит, я не хочу к ней, я хочу дома, чтобы она сюда приходила. Последний лук. Постригу. Нарежу. Потом мой муж дочку заберет. У меня сметаны нет, а моя дочка это любит со сметаной. А у меня тут сметана нету. Там есть, а тут нету.
Майонез моя дочка не кушает. Вообще. Ну зато кетчуп убивает. Вот я сегодня обратно неправильно сделала. Я сегодня не обедала. Я только сегодня завтракала. Вот это тоже неправильно я сделала. Надо было обедать. Опять начинаю пропускать. Вот не знаю почему, девчонки. Вот у меня вот так получается. Начинаю чем-то заниматься туда-сюда и забываю обед. Потому что много лет я работала на фабрике. Я же говорила, что я там не обедала. И вот это вошло в привычку. Вот так и осталось, девочки. Вот так лук порезала. Теперь надо мясо добавить, девочки. Так, давайте я вас оставлю. Вот так. А что женщина делает, девчонки, когда дома на выходные? У женщин выходных не бывает. Какие выходные, девчонки? Вот мой выходной. Целый день на ногах простояла. Целый день, девчонки. То туда, то сюда, то туда, то сюда. И вот так, девчонки, дела делала. Ну, я села, часик с вами поболтала на стриме. Мне это нравится тоже. Хорошо, что у меня хоть это развлечение есть. Вот так сниму кольца, чтобы мясо помешать туда-сюда. Сейчас руки помою хорошенько еще раз. Так, целую вас, люблю вас, девчонки. Пока.